Приветствую, уважаемые зрители. Боец Легиона Свободы России, позывной Цезарь, на связи со мной. Рад вас приветствовать. Честь имею. Спасибо большое, что откликнулись на приглашение. Уважаемые зрители, в описании под этим видео ссылки на официальные ресурсы Легиона, YouTube-канал, Telegram-канал. Пожалуйста, перейдите, подпишитесь, чтобы иметь свежую, оперативную и официальную информацию от Легиона Свободы России. Не могу не начать с вопроса, тема, которая сейчас, наверное, номер один в украинской прессе, да, пожалуй, и в мировой тоже. То, что происходит в Курской области сейчас. Как можете прокомментировать, может быть, какие-то детали? Детали сейчас разглашать не время. Операция проходит успешно, но надо соблюдать режим информационной тишины. Одно могу сказать точно. Путин несколько месяцев назад анонсировал, после успешных рейдов российских добровольцев, создание санитарной зоны. На Харьковском направлении эти мероприятия у него не задались, мягко говоря. Харьков вычерпывает огромное количество ресурсов для того, чтобы противник смог хотя бы удержать захваченный плацдарм. В связи с этим угроза для Чернигова и Сумы она снизилась. Но тут, как в мусульманской поговорке, если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомету. Да. Если у него не получается, да, санитарная зона, то она получается с другой стороны. Да, все верно. Решили помочь в создании санитарной зоны. Пока все идет успешно. Отлично. Спасибо большое. Исчерпывающий комментарий. Тоже понимаю, что да. Вопрос задан, ответ услышан. Спасибо. Про Легион Свободы России. Какие задачи выполняет на данный момент, если об этом можно говорить? Все тоже Волчанское направление и Часов-Яр, где наше подразделение помогает Сбройным силам Украины удерживать рубежи. Какие, может быть, детали, что происходит там, какие успехи? Бои статичные, противнику не удается, скажем так, продавить нашу оборону. Вы знаете, что противник достиг ограниченных успехов, но на других участках, вот, там, где стоим мы, у него пока ничего не получается. А за счет чего у противника вот такие периодические могут быть успехи? Надо понимать, что для Путина сейчас главной целью является Донбасс. Это давно заявленная политическая цель, которую он старается достичь, соответственно, военными средствами. Поэтому на Торецкое направление, на Покровское направление противник бросил практически все свои силы. И вот операция, которая проходит в Курской, так и хочется сказать, Народной Республике молодой, она в том числе, как мы понимаем, снизит нагрузку на участки фронта, на которых сейчас идут самые тяжелые бои. Что бы ни говорил противник, как бы он ни продвигался, пока ему выйти на оперативный простор не удается. Он медленно продолжает прогрызать нашу оборону и при этом несет достаточно большие потери. Про потери. С первых дней полномасштабного вторжения мы слышали вот о российских мясных штурмах, когда российское военное командование с верховным главнокомандующим, не желая людей, бросало просто как в мясорубку людей. Сейчас эти мясные штурмы с их стороны, они продолжаются? Тактика не изменилась в принципе. Отношение к своему личному составу не изменилось. Меняется только, собственно, тактика в плане применения дронов, артиллерии у противника. Он сейчас насыщен техническими средствами, хорошо видит поле боя, корректирует свою артиллерию достаточно хорошо. Но, тем не менее, в основном, базисно, в отношении к жизням своих военнослужащих никаких изменений нет. Это приводит к тому, что запасы энтузиастов, желающих ехать убивать украинцев, потихонечку тают. Основной массе населения России эта война не нужна совсем. Простому российскому гражданину, у которого есть дом, семья, работа, это не нужно. Поэтому ряды Путина пополняют заключенные, маргиналы и разного рода бедолаги, которые попадают в самые интересные истории. Вот вчера была опубликована маленькая заметочка о том, как мужчина в Новосибирске пошел в центр занятости. В России есть государственная программа, которая позволяет
бесплатно приобрести профессию. И вот он хотел учиться на психолога, а центр занятости ему выдал, значит, документ, направление на работу, специальность пехотинец, работодатель местный военкомат. То есть они уже под любым предлогом стараются людей отправлять в войска. Точно так же люди с какими-то административными правонарушениями, с уголовными делами заведенными, их склоняют к тому, чтобы они подписывали контракт. Вы знаете уже, насколько сильно выросла цена за голову контрактника. В Москве она достигла 2 миллионов рублей. Это все не от хорошей жизни, это все нагружает, естественно, российский бюджет. И расплачиваться за это в первую очередь будут сами граждане России. Поскольку, наверное, не будут, наверное, уже расплачиваются. Да, я имею в виду, что увеличение этих сумм, оно приведет к нагрузке на финансовую систему. Золотовалютные резервы, фонд национального благосостояния России практически исчерпан. Вот, в результате, если придется им запускать печатный станок, то инфляция начнет скакать галопом. Там и так уже вы знаете, что ставка под 20%. Это тормозит очень сильно развитие экономики. Вот. Это сделано для того, чтобы сдержать инфляцию. Если им придется запускать печатный станок, ну, ничем хорошим для простых граждан России это не закончится. Тем не менее, вот вы говорите, уже по 2 миллиона в Москве платят, тем не менее, еще, я не скажу, что там выстраиваются очереди, как в мавзолей, но, тем не менее, пополняются ряды, находятся еще желающие ехать, умирать и убивать в Украине. На ваш взгляд, когда это прекратится, когда иссякнет вот это, когда опустеют эти очереди, ну или не очереди, но, по крайней мере, вообще остановится поток желающих ехать в Украину из России? Я прикидываю, что примерно к зиме российская армия войдет в серьезный очень кризис. Она исчерпывает запасы легкой бронетехники. По боеприпасам она вышла на плато, и их количество гораздо меньше, чем 2 года назад, в начале полномасштабного вторжения. Да, противник усиливает производство дронов, старается наносить более массированные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины. Но танки у него тоже не бесконечные. Мотивирована живая сила, поэтому надо держаться. По итогам осени уже, я думаю, что можно будет сделать вывод, что российская армия исчерпает свой наступательный потенциал. Плюс сами настроения среди граждан России, они все более и более становятся антивоенными. Люди начинают понимать, что эта авантюра, которую затеял Путин, она народам России не нужна совсем. Что, посмотрите, за 2 недели 4 прорыва на дамбах в России, затопление. Путин все время говорит о прорыве каком-то. Наверное, он имеет в виду научно-технический прорыв, но пока лопаются только дамбы, которые не являются очень сложными гидротехническими сооружениями. Но даже их он не может поддерживать в нормальном рабочем состоянии. Да, да. При этом предлагая помощь северокорейским, значит, новым друзьям, не замечая, что у самого там протекает очень сильно, смывает регионы. Про движение внутри самой России. Как они могут помочь в войне против путинского режима? Есть ли эти движения, насколько они масштабны? Они есть. Партизанские группы растут в России. Вот. Они уже достаточно многочисленные, они проводят достаточно дерзкие акции. Масштаб этих операций будет расти. У народов России растет социальное и национальное самосознание. Они понимают, что Москва, кроме горя, им ничего не приносит. В Осетии свежая новость, да, начинается недовольство тем, что очень много молодых людей поехало на войну и приехало оттуда в черном пакете. Вот. Национальные окраины, они воспринимают все это острее, потому что именно у русского народа, я вам скажу, как русский человек, самым сильным образом раздавлено социальное и национальное сознание. Русские люди максимально атомизированы, они максимально не поддерживают друг друга, дистанцируются друг от друга, закрывают глаза на все происходящее, пытаясь залезть каждый в свою собственную раковину. Национальные окраины, они не такие. Люди веками жили, помогают друг другу, у них очень сильные социальные связи, поэтому там все это проходит острее. Если мы возьмем, к примеру, Дагестан, который еще 2 года назад дал жесткий отпор мобилизационным мероприятиям, и его, в принципе, это не коснулось в той же мере,
которой коснулись другие регионы, из которых там из той же Бурятии очень много людей уехало на войну и не вернулось. Вот. Все эти процессы, они будут идти, нарастать, пока не достигнут какого-то катарсиса. Что будет триггером в этом катарсисе, что послужит спусковым крючком для запуска восстания, революции внутри России, сейчас сложно сказать. Но российское общество, оно закипает потихонечку. Угу. Появилась вот сегодня информация о том, что украинский FPV-дрон впервые в истории поразил российский вертолет в воздухе. Насколько вот серьезным становится противостояние БПЛА, насколько это серьезное вот оружие современности? Как вы знаете, в ЗСУ создан отдельный род войск, беспилотные силы. Это очень важный момент. Сейчас многие бригады разворачивают роты и батальоны, роты в батальоны БПЛА. То есть в обычной линейной бригаде будет целый батальон беспилотных систем. На беспилотники сейчас завязано очень много. Это в первую очередь наблюдение за полем боя, это самое важное. Потому что если ты не видишь поле боя, особенно, скажем так, оперативную глубину, да, есть же наши дроны, которые залетают и на 15, и на 20, и на 30 километров, и дают командиру полное понимание того, что есть у противника, куда оно перемещается. Самое главное – видеть врага. Второй момент. Заменяя недостаток артиллерии, работа дронов, это тяжелые системы наподобие Бабы-Яги, да, или FPV-дрона, они позволяют поражать с минимальными издержками те цели, которые, например, артиллерия может поразить с трудом, с большими затратами времени и боеприпасов, либо вообще не может поразить, как, например, быстро движущиеся маневренные цели. Дроны, которые стоят копейки по военным меркам, решают эту задачу прекрасно. Вот. Поэтому, конечно, развитие беспилотных систем и дронов, управляемых наземных, это все имеет большую перспективу. Именно за счет этого Сбройные силы Украины сейчас вытягивают в пока неравном противостоянии с Ордой. Угу. А что может быть, на ваш взгляд, еще переломить ход боевых действий? Вот, может быть, кардинально, если вспоминать статью Залужного в The Economist, еще в статусе его главкома, когда он говорил, что вот должен появиться новый порох. Вот как думаете, может ли появиться, что может быть таким прорывом? Ну вот смотрите, тот же Запад имеет на вооружении системы, которые на голову превосходят системы, которые находятся на вооружении российской армии. Буквально пара эскадрилей F-22, она бы полностью зачистила воздушное пространство от противника, уничтожила его систему ПВО. Но, к сожалению, нам такие системы не дают. Да? Запад обладает прекрасными технологиями в области радиоэлектронной разведки. Но, опять-таки, значительное количество таких систем мы не получаем. Я думаю, что на текущий момент объективно выхода технологического на победу у нас нет. Более того, я скажу, что прямое лобовое противостояние России и Украины, оно сейчас в ближайшей перспективе не имеет военного решения победного ни для одной, ни для другой стороны. И я в этом плане хотел бы подчеркнуть огромную значимость нашего подразделения из российских добровольцев. Стоит российским подразделениям углубиться в территорию нашей страны со своим освободительным походом, и там найдется большое количество желающих к нему присоединиться. И в конце концов именно русские добровольцы будут добивать путинский режим. Где они уже это сделают, там, в Москве или придется идти до Урала, это уже другой вопрос. Но, как показал поход Пригожина, бункерный дед быстро прыгает в самолет и исчезает, если что-то идет не по плану. Большой храбростью он не отличается. Угу. Что будет делать Легион Свободы России, если или когда активные боевые действия будут заморожены или приостановлены? Если активные боевые действия будут заморожены, то легионеры, как добровольцы, вполне могут поехать к себе домой и начать там, на своей родной земле, те действия, которые посчитают нужным.
Я как гражданин России, как русский человек, как христианин, оружие складывать не буду. Пока есть путинский режим, пока есть его комарилья, потому что если умрет персонально Путин, система останется та же. Пока будет эта система, я буду против нее сражаться всеми доступными силами и средствами. Военными, политическими, идеологическими. И многие мои братья-легионеры готовы последовать моему примеру. Что вы думаете о роли российской оппозиции на Западе и о старой оппозиции, и вот о новой, я имею в виду тех, которых освободили в результате обмена, и про сам обмен, что вы скажете? Абсолютно розовое видение реальности у этих граждан, абсолютное непонимание жестокой, суровой реальности. У многих, к сожалению, отсутствие моральных принципов, потому что сейчас Украина истекает кровью, тысячи украинских детей и мирных жителей убиты, города превращаются в груду щебня, а их больше заботит, скорее всего, собственный самопиар, дележка портфелей в далекой прекрасной России будущего, которое свалится сама им в руки, как спелое яблоко, либо проедание грантов. Ну а тех, кто приехал по обмену и начал рассказывать какой-то стыд и срам о том, что санкции надо ослаблять и, значит, граждане России ни в чем не виноваты, мне стыдно за таких своих сограждан. И это, как считается, лидеры российской оппозиции. Смешно. Настоящая российская оппозиция сейчас находится в Украине и сражается плечом к плечу с украинцами против Путина, против его людоедов. И эта оппозиция состоит из трех фракций или подразделений, что будет правильно сказать, Легион, Сибат и РДК. Другой оппозиции у России на самом деле нет. Можно еще сказать о наших партизанах храбрых, которые в тылу с риском для жизни, для своей свободы выполняют задачи по крушению путинского режима. Это тоже настоящая часть российской оппозиции. И вот именно такие граждане и должны будут определять потом судьбу народов России, потому что они знают, какую страшную цену за это пришлось заплатить. Они вытаскивают с поля боя своих раненых или убитых товарищей, они зимой мерзнут в окопах, а летом теряют сознание от жары, они попивают латте в уютных берлинских и парижских кофейнях. Это самые достойные люди России, и вполне заслуженно, если они будут определять будущий курс политики нашего государства. Скажите, пожалуйста, а при каких условиях Россия, вот как федерация, может потихоньку терять части той самой федерации, как пазл, который будет терять эти фрагменты? Вы знаете, терять или не терять России кусочки пазла решать самим гражданам России. Я за демократию, я за построение вертикали власти четко снизу вверх. Когда у граждан России появится своя субъектность, когда снизу вверх они выстроят вертикаль управления, сами субъекты федерации будут решать свою судьбу. Насильно мил не будешь. В той системе, которая сейчас существует, основными бенефициарами являются чиновники, силовики, пропагандисты, которые гонят простой народ на убой, которые довели регионы до крайне депрессивного состояния. Естественно, в таком состоянии жители регионов жить не хотят. Но я уверен, что если будет здравое, вменяемое правительство, которое построит вертикаль снизу вверх, я подчеркну, это очень важно, возрождать земство в России, самоуправление, инициативу. Можно построить такую страну, из которой никому не захочется выходить. Но опять-таки все это должно быть свободным выбором граждан этих субъектов России. И никак иначе. Не надо принудительно ничего расчленять, не надо принудительно никого удерживать. Люди должны сделать свой выбор сами. Ну и напоследок, как думаете, будут развиваться события? Вот последний месяц лета, впереди осень, боевые действия. Как будут меняться карта фронта? Пока противник на оперативный простор не вышел. С учетом того, что потихонечку к нам подходит авиация, потихонечку идут снаряды, налаживается производство дронов, о которых мы с вами говорили в большом количестве.
и идут хорошо налаженные мобилизационные процессы. Я уверен, что до осени больших успехов противнику достичь не удастся. Ну, а дальше уже будем посмотреть. У нас первая значимая точка – это ноябрьские выборы в США, когда будут меняться, возможно, какие-то политические расклады. Но даже при негативных раскладах истребители из Европы будут идти, снаряды от Чехии будут идти, и тот пакет, который утвержден Байденом, он тоже до весны будет идти, он никуда не денется в любом случае. Так что я бы убирал пессимистические настроения, настраивался на тяжелую борьбу и на нашу будущую победу. Ну вот на этой прекрасной ноте, да, я и буду вас благодарить. Спасибо вам большое. А зрителям еще раз напомню, что в описании есть ссылка на официальные ресурсы Легиона Свободы России. Чтобы иметь информацию оперативно свежую и, главное, подтвержденную, черпайте ее в официальных источниках. Вам спасибо большое и до встречи. Благодарю вас. Честь имею.